Почти 300 человек получили консультацию узких специалистов. К жителям приехали именно те врачи, доступ к которым затруднен в населенном пункте. Так, в Суко более востребованы терапевт и акушер-гинеколог, в Варваровке – невролог и эндокринолог, а в Субсехе больше нуждались в кардиологе, педиатре, офтальмологе и терапевте. Сегодня День здоровья проходит в Субсехском и сельском округе. Мероприятие пользуется у населения спросом, потому что это уже не первый раз проходит. У нас был кардиодесант, у нас был День здоровья весной проходил. Люди могут за один день пройти, как говорится, консультацию нескольких специалистов, тем более в свободное время, суббота, выходной день. Вот. И приезжают как раз самые востребованные специалисты. У нас в амбулатории много своих специалистов узких, поэтому мы постарались, чтобы были те специалисты, которых у нас нету, которым, как говорится, нужно людям ехать в город и ждать очереди. А сегодня они могут пройти это в порядке живой очереди.